Мы находимся на выставке House Hold Expo, разговариваем с нашими гостями, победителями. Екатерина, расскажите, про что ваша компания, чем вы занимаетесь и что собираетесь представить на рынке в 2019 году? Здравствуйте, я представляю компанию Faberlic, единственную российскую компанию, входящую в топ-100 мировых компаний мира. Мы в данный момент получили награду за наш инновационный проект 2018 года. Это программа по уходу за кожей, программа активации молодости. В 2019 году мы готовим много новинок, таких же инновационных и очень-очень интересных. На следующей премии о них подробнее расскажем. Технологически у вас компания... Какие технологии использует компания для того, чтобы побеждать, для того, чтобы быть в топ-100 российских брендов в мировом вот этом рейтинге? То есть как у вас дела обстоят в производстве с технологиями? У нас свой центр научных разработок, свои патенты, свой ряд технологов, свои большие производственные мощности. Это все нам помогает быть лидерами этой отрасли. Я не хочу даже продолжать, потому что лидеры отрасли – это прекрасное окончание интервью. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями и победителями.